удаленная версия самой востребованной геймерской гарнитуры с объемным звучанием. Съемный микрофон с подсветкой беззвучного режима и внешняя звуковая карта 5.1. Звоните и принимайте звонки во время игры с запатентованной технологией Rokat Bluetooth. Многоканальные разъемы для подключения колонок. Оснащенный множеством функций, дистанционный пульт управления станет командным центром вашей аудиосистемы. Ну что же, еще раз всем доброй ночи. Мы продолжаем наш репортаж с финалов первого сезона Asus ROG Dream League. И нас ждет сейчас четвертый матч гранд-финала. Я понимаю, что вы уже устали, мы уже тоже устали, но ничего страшного. Все уже устали, но игры, конечно, заряжают пока позитивчиком, так что... Все, да, хоть поначалу казалось скучно, но то, что получилось у нас в итоге в третьем матче, это вау. 2-1 Альянс впереди. Ну и давайте смотреть, собственно, последнюю, возможно, а возможно предпоследнюю игру сегодняшнего дня. И вообще этого сезона. Да. Альянс Cloud9 2-1. Profit Wisp у Альянс. Свен в бане. У Альянс все стандартно. Правда, забанили Тренд Протектора в этот раз. И, собственно говоря, его мы не увидели. Увидели Виспа с Фурионом вместо Тренда с Фурионом. Тайдхантер теперь уже появляется у команды Cloud9. И в теории они сейчас должны банить Сайленсера. Но... Да, вот показывают лоду. Сайленсера обычно банят. Ну, вообще да. Вообще да. Ну, просто Брюмастер и Тайдхантер уже два очень сильно Да, зависит. И еще и не забаненная у нас Энигма. Mm-hmm. Если что. А герой, которого вполне могут взять тоже сейчас. Cloud9. Ну, так же, как могут взять... Нет, Cloud9 действительно... Альянсом тут Энигма никуда не катит, а вот Cloud9 это... Это пойдет. Минус Фантомка. Вот так вот. Envy. Да, ну и теперь... Будет ли Сайленсер? Ну, не знаю. Может быть, не бояться. Но... Может быть. Формящий Сайленсер зашел бы классно, но мы понимаем, что здесь не имеет смысла он, потому что имеется Висп. И под Виспа надо брать что-то, ну, что-то для лоды. Опять-таки, забыли уже люди про Тини. Никто на него там не обращает внимания. И это минус Никс. Ну так. Что же, Alliance. Что же возьмут сейчас Alliance у нас? Вау. Вот так вот. Вот это вот интересно. Ну, Disruptor это типа замена Сайленсеру своеобразная. Ну что ж, Cloud9, будет ли сейчас у нас Энигма? Ну, в теории она возможна, но есть же ведь тот самый Дизраптор. Дизраптор мало того, что Сайленсом накрыть может, так плюс еще и Глимпс достаточно лонг рейндж, то есть Энигма вообще будет до момента появления боковой абсолютно бесполезная. Ну вот мы видим, Пак появляется. Ну, АОЕ, АОЕ и еще раз АОЕ, плюс Брюмастер. Сайленсер. Но Альянсом он не вписывается. Что, ну Керри Сайленсер, я имею в виду. Ну и что, а с Виспом что делать? Ну а с Виспом кто-то еще. Морф в мид. Ну это уже вариант. Да или Тини в мид. Ну или Тини, ну что-то в мид. К Виспу и норм. Да, Сайленсер здесь действительно должен зайти. Заряжается тут по соседству также публика предстоящим финалом по Старкрафту. Ну, дилеи тут, конечно, на DreamHack'е просто невероятные. Причем про это никто никогда не ноет, но дилеи тут просто громаднейшие. Да, дилеи действительно огромные. Ну вот, финал турнира по КСу перенесли на 1 час. И он начнется через 23 минуты. На Лоле все скандалом закончилось бешеным. По поводу? Ну, на Уриналоле, на Хардстоуне, да. Ну да, ну там все проверили судьи и типа... Ну там был скрин, что ему подсказали. Был скрин, что там была Хантерс Марк, но типа, а что он сделает? Ему тупо сидят типы и спамят вот нон-стопом, там сообщения выскакивают. Не, я понимаю, что он не виноват, но мог бы подать... Ну там судьи... Мог бы подать типа протест, но чтобы переиграть эту партию, ну типа...
Ну, там, я же говорю, были сделаны анализы судьями, ну, типа, экспертами. Тут, благо дело, экспертов в сфере Хардстоуна хватает. Ну, это да. И решили не переигрывать ту катку. Ну, если, собственно, проигравший не имел претензий, так я думаю. Ну, типа того, да. О чем еще может быть речь? Да что же, Альянс, 20 секунд. Как же задумался сейчас у нас СФО? Рики Мару! Висп Рики Мару. Да, это те самые Альянс, друзья. Ну, и я даже не знаю. Не, ну, для тех, кто удивился, друзья, не надо этого делать. Это все стандарт стандартов. У Альянс, Рики, Висп. Причем отправятся они в мид, уничтожать Пака. Ну, либо же Тайдхантера, кстати. Такое тоже возможно. Причем с Тайдхантером у них будут проблемы чуть побольше. Да, с Тайдхантером Рики будет тяжеловатенько. Постоянно под Энчер Смэшем, конечно, будет не очень весело. Ну что же, Cloud9. Ну и задумался сейчас также Envy, не знаю там, что ему брать. Не знаю, при сих пор стенд-ин все, они могут починить Cloud9. Ну, может быть, забагало там что-то, может, это просто впадло. О боже, там опять начинается What the Fox Say. Ну вот the Fox Say пусть будет. Мы сейчас вот с тобой... Board goes tweet, mouse goes to ear. О боже. Трек вообще лютый. Это самый идиотский клип, действительно, Gangnam Style. Джакира вот смотри нам показывает. Опа, над кем думает Envy, это действительно был Джакира, его взяли. Воу-воу-воу. What the fox says? А там еще папа попал, да. Ну ладно, продолжаем мы смотреть, что у нас тут будут говорить альянсы. Да-да-да, друзья, не обращайте на нас внимания. Да, на нас точно не обращайте внимания. Так, нам показывают Аки, не надо нам Аки. Или ну это что, не надо, так, и Аки, и ГМ, выбирает СФО. Минус Нага Сирена, смотри. Забанили Нага Сирену. Но по сути решили полностью законтрить массовую АОЕ страту. И что? Забанят ли Сайлентера Клауды? Он по-прежнему вписывается. Но только теперь он вписывается как-то куда? Странно. Куда? В мид? Нет, ну куда? Не вписывается он здесь никак абсолютно. Ну, в смысле? Если, вот смотри. Типа Рики с Виспом, они идут в мид, они идут в мид. Ну да. Им на другой линии делать почти нечего. Разве что только это будет трипла с Дизраптором. Там... Не, ну фармящий Сайленсер это в Шторм принципе... Спирит. Ну вот забавь. Шторм Спирит хазарай. И Войт! Ну вот ну, и Сайленсер. Просто, да. Не интересно. Знаю, не нравится мне, на самом деле, то, что я сейчас вижу Альянс. Мне дважды играл Envy на войде. 13,5 фрагов, 16,5 ассистов. Не, в принципе, Envy на войде пойдет. Есть шанс у Альянсов. Проиграть? Выиграть, потому что вот даже только что мимо нас проходили имперцы и говорят, что порой он вроде что-то нормальное делает, этот Envy, а порой собирает Эзериал на траксе. И... Ну, типа того. Согласен. Или МКБ первым артефактом на гирокоптере. Самый непонятный, нестандартный чувак вообще, наверное, в мировой дотасцене. Это Eternal Envy, это однозначно. Ну что, ребят, возможно, последняя игра DreamHack'а начинается прямо сейчас. Это четвертый матч гранд-финала срок Dream League. Ну и давайте. Мы будем переходить в игру уже. Вот тут, смотри, такая красота сейчас. Прям... Жозики. Ну что, друзья, начнем мы с кого, наверное? С команды Cloud9. У них там Боне 7 уже полетел первый на Паке. Дальше Ауи 2000 и Пайлайдай на ТХД и Тайдхантере, соответственно. Envy и Синг Синг играют на Войде и Брюмастере.
Такие у нас ребятки. Да, у Альянса мы видим, Аки катает на Дисрапторе. Эспор, конечно же, на Шторме. Лода на Арике, ЕГМ на Виспе. И Адмирал Бульдог играет на Nature's Profit. Да, Адмирал Бульдог на Nature's Profit. Ну и вот он, Лода. На Рике Мару. Дождемся, пока выйдут крипы, и начнем уже наблюдать, начнем уже более-менее пытаться понять, что же и как должно здесь происходить по плану одной, либо второй команды. Ну, по плану должен в миде стоять S4, фармить должен все это время Рике Мару, пока S4 тоже набирает левелок. Левелочек в сложной у нас будет стоять, я так понимаю, это Апак, вон и 7, но как раз кому-кому, а Апаку Висп с Рике, я думаю, объяснят, что почем. Просто в наглую прыгаешь и убиваешь. Ну, в смысле, характер. Вообще, да. То а есть, потом, когда появится тучка, еще и убиваешь. Ну, арбов не хватит там на всех, да, вот появляется у нас дабл дэмэдж, его там заберет, наверное, даже висп лучше забрать для того, чтобы харасить пака. Ну, вот, все правильно. Четко я действительно что-то понимаю. А не, ну что ты там понимаешь, что ты не понимаешь, это просто Альянс. Они на камень-ножницы бумага поспорили. Да, сказал, я, мивис просто украл у него, он ближе был, райт-кликнул и все. Ну, почти ближе, ну ладно. Ну, такое. Итак, в миде у нас Брю против S4. Тут посмотрим, как Синг-Синг отыграет. И уже бежит ЕГМ харасить Синга. Да, вот пошел он харасить. Давай ему еще Вортекс. Ну, а S4, я думаю, там хотел Вортекс скачать. Ну, вот первая подача залетела. Синг подходит. Агрессор Синг-Синг. Агрессор Синг-Синг. Серьезно. Ну, просто барабанит Старкрафтеры. У меня есть вообще мнение, что из трансляции на национальном телевидении вполне возможно, что старкрафтеры ждут, пока закончится дота, но я не уверен. Ну, потому что я не понимаю, дилей между полуфиналом и финалом уже очень-очень большой. Да, тут действительно серьезный такой перерыв. Ну и слушай, вот по линиям очень интересно получилось, то, что Пайлайда и Бун и 7 вместе стоят в сложной линии. Как мы говорили, да, если в миде будет стоять Тайтхантер, то у Рики возникнут проблемы. У него действительно некоторые проблемы возникают. Сложно пробивать Тайда. Тайд у нас с Тауршилдом. Ну, типа да, и дэмэджа нету Рики. Но все равно вот эта дабла, ну, пак Тайд сложная. Это похоже, не знаю, на классическую триплу там SF Tinker Push в миде в пабе, да? Типа того. То есть они очень много опыта друг у друга отбирают. Ой, сбивает фласочку Адмирала Бульдогу на нижней линии. Ну, не фласочку, а Clarity Potion. И он остается без пеньков. Ну и пытаться будет издалека харасить Envy. Envy начинает 6-8. Смотри, как Envy-то сконцентрирован на том, чтобы добивать также своих крипов. Не дает он лишних денег Бульдогу, не дает он лишней экспы Бульдогу. Ну, Бульдог 1-1. Пока второй левел взял, скоро будет третий. Да, Бульдогу... На топе Акки тут битый. Прыгает на Пака, и вот мы им харасит Пака. Да, просто-просто стараются надоедать этим ребятам, не давать им жизни. Ой-ой, EGM проседает, лол! И EGM убирает, это First Blood! Да, это First Blood. И попытка забрать Буны 7. У Буны 7 как раз нету сейчас арбуид. Да, убивает тут Буны 7. И Тайда можно тоже бить. Тайда тоже нужно бить. Нечем будет бить. Будет кинетик филд. Вот отлично. Вот. И Лода начинает нарезать Пайлайда. Отлично разворачивается литом, чтобы Лода наносил меньше урона. У Лоды нечем прыгать. И выживает Тай. 14 хп. Эх, близко было. Очень близко было от двух фрагов. Но 1-1 First Blood забирают все-таки ребята из Cloud9. Пошла жара. Да, наконец-то распочинились, пошли у нас первые махачи. Ну и Лода. Лода, я думаю, так сейчас Blink Strike у нас будет приоритет качать. Да, Лода? Ну, или тучка все-таки хотя бы в один? Ну, тучка в один должна быть у него. Ну, наверное, все-таки на третьем стоит тучку. Ну, лол, пассивку. Ну, зачем бэкстап? Я тоже не знаю, зачем бэкстап. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну, фармить он, конечно... Ладно, посмотрим. Да, бэкстап. Это Лода, не нам его учить играть на Рике Мару, но я бы, наверное, все-таки вкачал либо тучку хотя бы в один прямо сейчас, либо все-таки Blink Strike максил, потому что вот сейчас мы видели, как, очевидно, не хватило кулдауна на Blink Strike. Так, ну что же, тут Pawn 7 мы видим, остается один, Tidehunter в то же время идет у нас в мид по Лайдай, суппорт Tidehunter, опять-таки мы видим уже не в первый раз за сегодняшний день суппорт Tidehunter. Ну и Лоду оставляет пока здесь одного на фарме. И как мы видим, оказывается, Лода не особо-то ошибается с бэкстабом, потому что дает ему пока возможность пофармить. И это главное. Покупает Band of Elven Skin. Ну и все-таки начинается у нас финал по Старкрафту параллельно, поэтому сейчас будет здесь тоже громко. Хотя, когда комментируют, не так громко, когда валит музяка. Там, вот, да, все-таки, да, погромче. Так, ну и смотри, тут Лоди угрожает Tidehunter. Такой агрессивный тот самый Tidehunter. Прыгать на Бонсевена, разводить его надо на этот, вот так вот этого Тайда.
Причем очень интересно, только что Тайт дал Энкрус Мэш, вообще никого не попал. Такого, а Джакир и Миншторм в миде. Вышли, вышли в мид, и, кстати, неплохой таганг-то получается с вторым, с первым айспатом убить Шторма до появления у того шестого левела, это то, что надо. Так, ну и Тайда, Тайда показывает, мол, давайте попробуем сейчас его забрать, и действительно есть шанс забрать Пайлайдай, как же больно его там бис пробил, ты посмотри, сколько дэмэджа только что выдал по нему ЕГМ. Ну и Пайлайдай идет в атаку, какой-то очень наглый Пайлайдай, он вообще ничего не боится, а будет ли Глимпс? Будет, будет Глимпс. Вот есть Глимпс, вот он Кинетик Филд, вот он Сайленс, ну это просто идиотское поведение Пайлайдая, это, я не знаю... Ну, кстати, последний, как будто он специально сейчас киданул. Посмотри, у С4 пригорает сейчас от Джакира, и С4 ботлом отбивается, но сжигает его Эмбер. В смысле, Fire Spirit, да, ну, Эмбер Спирит. Называйте как угодно. Да, и 3-2 еще. 3-2 в пользу Cloud9 снизу. Войт на Бульдога забежал. С ума сходит публика здесь у нас рядом с нами. Не знаю, слышите ли вы это, и мешает ли вам очень сильно это слышать нас. Но я думаю, что немножко... Сейчас, ну, по крайней мере, я себя плохо слышу. Вы можете себя пойти шевести, там все-таки церемония открытия Старкрафта нам тут в стриме сейчас напишут. Да, действительно. Не, ну Старкрафт выглядит внушительно, ничего не скажешь. Ну, просто шикарный ролик такой, загрузочный, с историей дримхаков. Ну, история, конечно же, внушительная, вы прекрасно понимаете. Хоть и многие говорят о том, что Старкрафт умирает, что Старкрафт уже полностью утратил свою привлекательность, имеется в виду второй, и никому он уже не интересен. На стриме мало людей собирает, бла-бла-бла. Ну, все равно, люди смотрят, людям я нравится. Я с этим не согласен. Смотри, 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 опять С4 отлично уворачивается. Нету пока еще шестого левела у С4. Его задувают, подходит сюда Дизраптор. А вот Дизраптором уже можно попробовать кого-то забрать. С4 подхиливает его бист, но это все равно минус. Ой, какой клэп! И закрыли Сисинга, Пак убивает одного. Пак убивает еще одного. И это минус 3 в исполнении команды Cloud9. Бон 7, 3, 2... Одна секунда до... И да, арбат. И не догоним. Пошла арбат. Ну и вот он, этот блинк-страйк, который не замакшенный у лоды. Так был бы кулдаун в два раза меньше уже. Ну ладно, опять же, ему виднее. Там у нас попытка была принять шторма, который делал ТП на ботом. И он отменил телепорт. Там уже наливал просто Джакира и Энви. Энви фармит. Энви... А что там Энви уже выфармил? У Энви Мидас будет Мидас или... должен лететь. Да, летит уже рецепт на Мидас к нему. Отлично. Ну и вот будет ли это... Будет ли это Мидас, а потом выход в Агане, мне интересно. Так, ну и Лода. Лода уже начинает на топе подпушивать Тауэр. Висп там, кстати, как у Виспа очень серьезные проблемы с уровнем. Четвертый всего лишь уровень. Два раза уже не, погибал ЕГМ. Пока ЕГМ. Еще всего на все седьмая минута, так что тут можно не особо париться. Время еще есть, просто экшена за этих 7 минут было действительно очень много. У нас 9 фрагов произошло, но и по деньгам мы видим, что 3000 уже ведут Cloud9. Именно, и по опыту они тоже начинают выходить вперед. Ну а опыт это важно, особенно для всяких там тайтхантеров, паков. Пак уже там 5-й с копейками, норм. Лода уже 6-й с половиной, и Лода ждет, когда к нему подойдет пак, для того, чтобы просто начать его уже потихоньку харасить. Да, вот он Мидас, наконец, собран у Войда. Ну и 7-я минута, довольно ранний. Тауэр также забрали там ребята из Cloud9, так что все очень хорошо в этом плане у них. Ну и наконец-то шестой появился у Шторма. Вот сейчас он сможет хотя бы улетать, а не вот попадаться на эти айспасы. Тащится на Red Legged Hero, Синг-Синг в миде. Синг-Синг уже с ультом, поэтому может он никого не бояться. У него дагер появится через 500 голды. И как только появится у Синга дагер, я уверен, что сразу же новый виток у нас экшена начнется на карте в исполнении команды Cloud9. По-прежнему еще не ставили ни разу купол. Правильно, так, ни разу смотри, еще не ставили. Бонус 7. Шторм прогоняет бонус 7. Руна появляется внизу. Это руна иллюзии. Не слишком важная, но у Шторма могут быть проблемы. Шторм. Хорошо, вернулся. Но там Сайленс. И пробивают. Silence. И пробивают. Короткий, и улетает. И Шторм уходит отсюда. Ну, там еще ульт Фриона такой сверху шлифанул. Но шлифанул, конечно. Надо идти домой регенцию. Потому что бесполезно не сейчас С4. Лода тем временем фармит топ. Лода ПТ. С4 побежал за нижней руной. И вот так получилось, что он ее находит. Очень забавный вард поставил кто-то на нижней руне, который не видит нижнюю руну. Чудесно. Просто чудесно. Может, это не... Может, этот вард должен видеть свой тауэр, я не знаю. Это суперплан, суперплановый вард. I don't know, что это там может быть, не знаю. Хрень какая-то. Окей. S4. 0-3-1. Ужасное начало, конечно, для Шторма. И по-прежнему мы не... Ну, по крайней мере, я не совсем понимаю, зачем здесь был пикнут именно Шторм. Я тоже немного не догоняю, зачем именно Шторм. Не знаю. Посмотрим.
Да, у Шторма дела идут очень кисло сейчас. С деньгами проблема. Ну и Тауэр Миди отдает Альянс. Да? Ой-ой-ой-ой, ну что ж ты... Минус С4. Ну вот-вот. Что с Густавом? Я в прошлой игре он зацарил, а сейчас... А сейчас у него 0-4. Да, он просто отдает сейчас команде Cloud9 победу. Говорит, знаете, ребята, забирайте, выигрывайте. Да, просто Шторм такой герой, который, если в начале не на сноуболе, в конце от него пробку действительно очень мало. Способности у него такие посредственные, маны нужно очень много. Ну, естественно, нужны артефакты для этого всего. Так, тут у нас прилетает Брюмастер. У Брюмастера есть даггер, не будем забывать. Брюмастер будет прыгать. Клэп достает по ЕГМу. И это минус ЕГМ. А хотя нет, отлично, тучка с мисами и синсин. Ну, будет ультимейт, ну, в любом случае. Возможно, Синга, если... Вот, ну, так и вот и убегать. Да, теперь ЕГМ нужно убегать, потому что там что? Правильно, там есть спирит воздушный, который может поднять. Нет, и убегает. Ну, неплохо, неплохо. Да, развели на ульт. Очень-очень хорошо даже, я бы сказал. Ну, подходит Пак здесь. Да, но и снизу мы забыли про существование Envy. Все вот это вот происходит абсолютно без Вайда, который уже 5000 нетворса и который чувствует себя великолепно в данный момент. Чуть ДД взял здесь Envy, может даже захочет кого-то найти. ПТ, 8 левел, в 4 у него таймлок. Беги, нападай, сейчас все будет нормально. Но вот Envy пока не спешит. Нужен сейчас Envy Vision. И вот Пак. И Пак, если я Шторм, я кое-что вот здесь стоит у нас Void с ДД. Void выложил Квиллинг Блейд, приносит себе банку, берет в нее ДД, вот это жесткий. Выкладывает Пурманс Шилд и с банкой возвращается на линию. Неплохо, Envy, неплохо. Дождался то, что надо. Так, ну что тут у нас? У нас тут Лода фармирует. Хорошо, ПТ есть, Яш сейчас будет. То есть дэмэджа будет, ну, очень на тысячу много. Он отстает от Envy. Или Диффуза. Яша или Диффуза, кстати. Ну, мне кажется, все-таки Яша. И что, снизу будет пытаться напасть сейчас на Вайда? Но Вайда сейчас еще можно убить. 960 хп. И это очень надо делать сейчас, если они хотят его вообще убивать когда-либо. Кстати, да. Тем более, что там замакшенный таймлок, а не бэктрек. Так что весов будет не слишком много. Envy с ДД прыгает. И будет убивать Акки. Вот так вот. И теперь ловить его. И теперь его ловить. Да, Шторм. Поймали Envy. Ну вот неплохо. Нормально, забирают. Хорошо, разменяли Envy на Дизраптора. Очень качественный размен. Да, это очень классный фраг в данном моменте, конечно же, получается. То, что Адмирал Бульдог его забрал, это тоже хорошо. Приближает это его к Мейлштрому. Адмирал Бульдог и действительно продолжает продавливать свою стратегию ПТ Мейлштром Даггер. Очередной раз он собирает своего Фуриона именно так. Ну да, и вроде бы заходит, а там уже посмотрим. В принципе, пока претензий к этому билду вроде не было. Да, пока Альянс в финале 2-1 выигрывает. Какие претензии могут быть? На топе Т1 Tower. Ну, мы понимаем, что тут дефить будет тяжеловато. Хотя Тейтхантер левел 5. А у Виспа тоже нет 6. У Виспа 6 будет, вот одного крипа надо убить, и будет 6. Но Tower на топе отдают, конечно же. А снизу Лода тем временем тоже прессует вышечку вместе с Фурионом. Синг-Синг прыгает, ультует. Хорошо, тучка поздновато. Проблемы. Очень серьезные проблемы у Бульдога. Да, тут Лода. Тут Лода сглупил очень сильно. Да, и минус Бульдог. Много, кстати, людей здесь вдруг оказалось в один прекрасный момент. И Войд еще и погибает, прыгает. Может быть, Шторм. Если сейчас пройдет просветка. Ну, Шторму главное добежать сейчас до... Ну, Висп, да, все нормально. Вот до этого, до клифа, да. И через клиф он спокойненько перепрыгивает. Все нормально. На регене быстро ему видим ЕГМ ману. Можно драться. Брюмастер Мидас. Ну, Синг-Синг. Это интересно. После блинка покупать Мидас. Неужели на Верочку так цена играет? У нас типа два Мидаса. Мы ведем. Давайте еще больше будем вести. Ну, в принципе, почему бы и нет? Два топ-нетворса на данный момент на карте. И имеет право. Ауи. Ауи от Лоды может умереть. Начинает его резать. Тут же Фурион и тут же Шторм. Вот так вот. Четвером. Можно было бы и без релокейта, конечно, но да ладно. Не, ну в любом случае, забирают и забирают. Хорошо, когда в роли догоняющих, вот, в принципе, любые методы хороши. Ну это да, все-таки у Лоды появляется Яша, как и прогнозировано было. И есть у него ПТ Яша Пурманс Шилд, 9 левел, у Вайда левел 10, скоро будет 11. И Вайда надо где-то еще убивать. Но не только Вайда, надо убивать также где-то Синсинга, который 11 левел, которого тоже Мидас. И Альянс, я думаю, должны это понимать. Mm-hmm.
Сейчас все хорошо у Cloud9. И два топ-фармера у них. Отрывы, правда, небольшие. Там от Рикимара 500 и 800 голды, соответственно, имеют Брюмастер и Войд. Но не будем забывать, что Войд — это один из самых брутальных вообще лейтов в игре под названием Dota 2. И то, что действительно этот товарищ способен вырезать огромные пачки людей, если ставить хорошие хроносферы. Это, конечно, такой нюансик, если ставить хорошие хроносферы, но тем не менее. Вот Lord of Smoke и, понятное дело, в Permanent Invisi будет пытаться зайти в спину. Там ТП делает еще один герой команды Cloud9. И, в принципе, здесь в пятером Cloud9, и только нету Envy, но Envy потянется, вы понимаете? Ну и не хотят альянсы драться. Наверное, просто отдадут они Т2 Тауэр, если пойдут на него Клауды. Альянс же забирает Т1 снизу. Да, так и есть. Т2 на Т1. Размен не самый, конечно. Но великолепно, это первая вышка для Альянса. Да, альянсам нужно брать где-то деньги. Если они сейчас будут заниматься тем, что дефит там свои вышки, и при этом не забирать ничего, там то поймали у нас Виспа бабла. И убили Виспа. Да, Висп погибает. Пытался он там как-то размонтить, держаться поосторожнее, но не получается. Что он здесь сделал, я не понимаю. Но он был рядом со своей базой, если что, как бы. Не, ну что он здесь вон сделал. Не, ну поймали там Виспа. В принципе, Вижна там как бы не было, он не знаю, как. Да, что Т1 на Т2 разменяли, побежали Cloud9 сразу на топ. Но по деньгам уже 7 тысяч ведут, 3,5 тысячи по XP. И все больше и больше преимущества Cloud9 с каждой секундой. Пока ничего не могут сделать альянсы. Envy у нас Аганим собирает, и скоро будет он готовый. Так, тут Тайт ультует по Лоде, пытается убить ЕГМа. ЕГМа сбрили за секунду, Лода прыгает в толпу. Тут же у нас отличный ультимейт оставит. Ой-ой, Лода горит, Лода! И Лода погибает. Да, Лода погибает. Теперь вырезать особо-то некому. Но есть еще, в принципе, Шторм Спирит, но у Шторм Спирита закончилась мана. Бульдог тоже погиб. Шторм без маны. Минус 3. Дисраптор сыграл отлично, все четко сделал, но даже без Войда. Делают минус 3 ребята из команды Cloud9. Войд просто все это время фармит. А Войд фармит. Войд фармит, причем фармит он Аганим. Вот так вот. И Аганим у него уже практически готов. Да, и будет еще печально. Т3 уже прессует Cloud9. Ну, слушай, с таким-то развитием событий у Альянс шансов на победу, я даже не знаю, насколько все меньше, мало-то остается. Не, ну, прошлую игру они выиграли с невероятным проигрышем, но тут... Но там не было Войда, там не было... Вот, там Тайт за них был. То есть, ну, типа, да. Ну, я даже не знаю. Это очень-очень серьезная заявка от Cloud9 на то, чтобы сравнять счеты и свести все к решающей пятой карте. Будет интересно, кстати, если действительно так произойдет. Да. Нехило, нехило. Ну и Адмирал Бульдог. 1500 на руках у Адмирала Бульдога. 11 уровня пока нету. Второй ульты, естественно, тоже. Ну, на дагер он, я так понимаю, сейчас насобирает. Дождался там спауна крепочков больших. Ну и... Боже, там такое вообще пафосное представление идет. Фантастика. Что-то там кто-то кого-то жутко чизит, а... Там такой... пока представление идет, походу кто-то кого-то зарашит уже. Да, там кто-то кого-то чизит, он просто полетел командным центром убивать все. Ну, это, кстати, крутая сцена. Я шучу, он просто переместился на соседний этот. Ну что? Брюмастер по-прежнему с Аганим. Мы собирает на Аганим с помощью своего Мидаса. Мы видим, что довольно много денег уже Синсинга. 2700 по нетворсу он обгоняет даже Войда. У Войда в то же время не хватает буквально от 500 голды до наличия тоже Аганима у него полного. Ну, а у Альянсов нету ничего. Вот абсолютно ничего. Да, Шторм пытается как-то судорожно насобирать себе на Орхид. Причем до Орхида ему еще очень-очень далеко собирать. У него сейчас появится Обливион Старт, например, и все. Остальные артефакты еще пока достаточно далеко. Ну и да, по нетворсам, если проверить, блин, этот Синг-Синг с Мидасом. Миди, Войстер. На ЕГМа, Баш. Ну, Глимс. Не добил. Хорошо, что купол не болел. Глимс пока есть, это очень хорошо, потому что это единственный способ, надежный пока, избавляться от Eternal Envy. Пока что у него БКБ нету. Потом появится БКБ, будет, конечно, значительно сложнее. Да, Аегис достается... Лоди очень тихенько и спокойненько забрали. Сэнджин и Яша скоро будет у Лоды, но или будет же БКБ делать Лода, я не знаю. Ну, Яша он собрал. В принципе, на Сэндж деньги тоже уже есть. Чёрт его знает про Лоду.
Ну и Dagger появляется у Фуриона. Как всегда, 19 минута. 13-6 счет в пользу Cloud9. По деньгам Cloud9 ведут 10 тысяч, по XP ведут 7 тысяч. То есть преимущество, как всегда, у Cloud9 громадное. Байлайдай далеко здесь забежал, так за тавр. Где вообще там пирог ложь смерть? Пирог ложь смерть. Ну, осторожно играют ребята из Cloud9. Все равно они не рискуют и не понимают, что лейт за ними, вот тот самый хард лейт, и Аганим докупает себе Eternal Enemy. Сейчас должен нести себе те запчасти. Тут пак собирает ветра, там есть уже дагер. Ну, все очень круто. А ветра также у ТХД. Или пак будет не ветра собирать. Ну, а что он еще будет собирать? Ветра, наверное, здесь с Вайтстоуна. Две пары ветров будут. Рикимару спасаться как-то там, черт его знает. БКБ приобретает Брюмастер, это будет не Аганим, это БКБ, а Аганим приобретает Войд. Ветра у ТХД, Бонсайон, куча денег. Артефакты, артефакты, артефакты. В то же время, как у ребят из Альянс, нету ни черта. Да, ну вот Лода, не знаю, что-то он хочет от этого Тайтхантера. Убить его хочет. Крови его хочет, я не знаю. Ну, вот без Энчерсмэша мог бы Лода пытаться прыгнуть, пока на него не действует. Да мог бы, там вышки недалеко, вот сейчас, ай, попадает все-таки под Энчерсмэш. Ну и 50 дэмэджа, вы понимаете. Да, режет он его там, и пак прыгает, и ревейдж, это минус все. Такой провал, просто Альянс, просветка, Лоду увидели, подняли ветра, минус ЕГМ, Лоду заморозили, минус Лода, но тут ГГ. Тут реально ГГ, я не вижу смысла дальше сопротивляться. Так, в салат Cloud9 разносит сейчас Alliance. Кстати, а Лода-то сейчас уйдет. Да куда он уйдет? Там? Ну, почти. И опять-таки без купола это все происходило. Bon7, Unstoppable, 16-6. 20-я минута, и Альянсы проигрывают. Ну, тут понятно, что Бульдог работает. Бульдог пытается как-то там сплитпушить. Ну, делать то, что лучше всего умеет делать Бульдог. Но получится ли? Я думаю, вряд ли. Там Бульдог пока действительно отвлекает на себя внимание. Все равно, вот как ни крути, а подобные моменты, они действительно заставляют там перемещаться как-то не так собрано, да, не таким мощным кулаком. Вот Бун и Синь тут появился, отпушивает, значит, пока нет на топе. Но с другой стороны, пока все равно ни черта там уже нету, он уже весь проказ потратил. Хотя кулдауны там небольшие. Ну и минус Т2 вышка на топе. Эмви, да, действительно, пока еще ни одного купола не ставил, но по той... Ну, один у него был там внизу. Ну да, когда он убивал там с ДД дизраптора. А вот сейчас, возможно, будет надобность. Итак, Эмви появляется. Отлично, пак с ветрами цепляет шторма. И ух ты, смотри, как еще отменить сумел. Вот это жестко. Да, нормально он успел отменить. Понимал, что шторм, скорее всего, там отпрыгнет. Попытка поймать Брюмастера также успехом не увенчалась у команды Alliance. Брюмастера, кстати, имеется БКБ, который он еще не прожимал. Ну а Фурион уже снизу. Фуриона сейчас нет телепорта, есть только дагер, и смотри, что творит этот Фурион. А что творит этот Фурион? Фурион заставляет нервничать. Фурион дает понять, что, ребята, либо вы заходите к нам быстро, либо у вас начинает гореть база. Либо я буду нон-стоп вот это вот делать, да, то, что я делаю сейчас. Да, попробуйте меня поймать. Шторм играет за Фуриона в этот раз. Трента нет у Cloud9, то есть все, ловить тяжело. Все в пользу Фуриона. Да, ловить его реально тяжело сейчас. В принципе, есть какой-то там Void, что-то я заладил со своим принципом. Так вот, есть там Void, который может за ним прыгать, но все равно это слишком долго. Блинк более надежный у Фуры, чем. И Void его сразу сбить не может. Может какой-нибудь пак нырнуть, попробовать его снести, ну или с паком плюс один какой-то нужен обязательно. 10500 уже нетворса, кстати, у Синсинга тем временем. Продолжает он паковаться. 9800 у Вайда, 1500 денег он собрал. Ну и, кстати, Лода не особо-то отстает. Учитывая, что отсутствует у него Мидас, Лода умудряется где-то фармить и довольно неплохо. Вот Лоду сейчас тут зафармят и довольно неплохо, хорошо. Кривая Макропира. Ну и Лоду тут подсейвил Висп, хотя сам, я так понимаю, сейчас будет жертвовать собой. Там в это время поймали Энви! Слушай. Минус. Эти пацаны тут, кстати, Виспа, ой, не Виспа, а Аки в миде убивают. Там убивает Ауи, если что. Ауи умирает. Таверну. Лода, ЕГМ может покажет, продолжить, но ЕГМ погибнет. Да, ЕГМ погибает, он пытался уже затезериться, но не получилось, был у него там ботл. Бульдог. И Бульдог несет Бульдог. Там,
Тавырульку, тавырульку. Что такой жесткий этот бульдог, просто забей. Альянсы так разводят на скилле сейчас. Все. Они проигрывают просто в салатище. 10 тысяч голды, 10 тысяч экспы, но они разводят. Тайд ультует Минслота. И шторма ловит еще и Тайд. Лода жив. Да ладно. Лода жив, хорошо. Тучка, отличная тучка. Лода, Лода. Не выпустить, не выпустить. Или лучше, да, Бонэ 7 начинает наваливать. Адмирал Бульдог. Да ладно. Минус Бонэ 7. Или нет, Бонэ 7 пока живет. Да ладно, тычка. Как? Лода. Минус. Бонэ 7 после байбека вернулся в арбу и забирает Лоду. Очень жесткий Бон Севен. Такой вообще нереально жесткий. Да. Но то, что творят альянсы, оно не поддается вообще нормальному описанию, потому что они, проигрывая опять огромнейшее количество бабла, каким-то непостижимым образом пытаются тащить. Да, улетает отсюда Шторм Спирит, делает тэп-аут. Я не знаю, сколько ТП в этой игре было потрачено, миллиард, наверное, но и будет еще потрачено. Фурион. Науи тут же получает ветра. Будет ли Глимпс? Достанет ли Глимпсу Амаки? Есть Глимпс. Есть Глимпс. Иди хорошо. Сюда, и Ауи. И начинает ломать здесь Ауи. Минус Ауи 2019-10. И Альянс в первую очередь, вот такие вот фраги, они очень сильно морально поднимают настроение команды. Ты понимаешь, что ребят можно убивать, что они часто ошибаются. Разводим их дальше, все будет хорошо. Да. Типа бульдожа летаешь, мы там пытаемся их как-то разводить. Шторм летает, убивает со своим орхидом, там еще какой-нибудь Аки рядышком рисуется, добивает. В общем, 5 на 5 не собираемся, там они сильнее, зачем нафиг надо. Войны, ой, на топе сейчас примут бульдога. Да, бульдог и брюмастер тут же. Форстап. Бульдог, форстап. О нет, минус адмирал бульдог. Да или ладно! Нет, или нет! Так, нет! Или так. Нет! Или он уйдет! Как? Как он это сделал? Я не знаю! Бульдог нереальный! Лода прыгает на Тайда! Тут же тучка АС-4 на Тайда! Ставится Тайд есть мека! Спанули Терналенви! 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 Еще один Сайленс убивает Эви! Эви! Умер! Минус! Умер! Умер! Там убили, правда, этого. Убили, нельзя бегать хорошо. По Макропире. Да, в Сайленсе да, все. Ауи мертвый, там Войд прилетел сюда вместе с С4. Не Войд, извините, а Висп. Лода продолжает. Там Войд сделал байбек. И Лода улетает. Войд понимает, что Войд сейчас вернется. Да пофиг на этого Виспа. Не, подожди, тут еще никого не бросили. Тут еще идет катка лютая. Смотри, ты смотри, что? Смотри. Там крипочки бегут. Висп крипам на Тезере. Да? Нет. Там Тайдуха уже поджидал Виспа, я так понимаю. Висп скупался, пока все это происходило. 21-12. И Бульдог продолжает сплитпушить. Бульдог 2300. Бульдог, который каким-то непостижимым образом выжил, он уже обогнал Вайда по фарму. Это просто жесть. Я не знаю, как у них это получается. Я тоже не знаю, как они это делают. Но для чего было опять так заливать начало матча, чтобы сейчас вот это героически, просто на соплях, каждую драку, каждый момент, каждый мини-момент вот так вот отыгрывать? Ну, я, конечно, огромное спасибо Альянсам, потому что зрелище, это, конечно, неописуемо классное. 21-12. Альянс по-прежнему позади, но держится преимущество Cloud9 на отметке там 8, 9, 10 тысяч, там плюс-минус, уже на протяжении минут, ну, 10 так точно. Опа, нападают на Пайлайдая и улетают. Все, увидели телепорты, все в рассыпную. Да, улетает С4, убегает Лода. Разводят. Просто массово и постоянно. Просто и Бульдог, эти ульты поехали. Пушим. И у Бульдога уже трешка. У Лоды БКБ готово. А что после БКБ? Что-то уже должно было появиться, нет? Ну, БКБ а, у Лоды появляется Огр Клаб. Сейчас Сэнджин Яша будет. Да, будет Саша Яша у Рики. И Рики догоняет Вайда. Рики догоняет Вайда по фарму. Ну, Вайда, который фармил всю игру, если что. Да, с Мидасом. Который тоже собирает БКБ, потому что ему надоело. Снизу три героя команды Cloud9. И там, кстати, Рошан появился. Рошан появился. Тайд Хантер с форстафом. Даггера нету, но есть уже форстаф. Да, это, кстати, плохо для... А почему, блин, не даггер? Лол. Ну ладно. Я не знаю, боится, что будет сбивать постоянно там тучки. Ой-ой-ой, как плохо сейчас будет для Альянс. Да, но там Аки видит. Аки, прыгнули два, Аки не успеет ничего сделать. Ну, Аки хотя бы дал инфу, и все просто в рассыпную развалились в разные стороны. Виспа еще поймали, Виспа тоже убили. Да, Виспа тут забирают. Нет. И сплети шар. Шар улетел, за ним Син-Син. Форстап. Ну, поймали таки Виспа, потратили на него все, что можно было потратить. Да, а в это время фармит в миде С4, С4 отпушивает сторону. Смотри, что делает Бульдог. Бульдог правильно все делает. Бульдог прилетел и толкает сторону. Они не зайдут, не снесут ни тир-2, ничего в этом они, духе. Они на Рошана даже не зайдут, потому они что Бульдог Рошана, С3 да, уже да, будет ломать. Блин. А тут Т2 в миде уже падает. С4 допушил Т2, Войд прыгает на
С4, но ничего ему это не доказывает. С4 сейчас прыгнет на Вайда и убьет его просто. Ну вот убить не убьет, а... Ой-ой-ой, бульдог, бульдог с Болтсевеном, бульдог. Форстап. И просто улетает. Да. Вообще бомбил просто их бульдог на полном серьезе. Просто бомбил. Т3 наполовину уже снесен. И он же его просто доковыряет. Он я же не его... знаю, как? Как? Просто Masters of Red Dota, это, конечно, фантастика. Это настолько классно и настолько круто смотрится. Но бульдог, конечно, на этом турнире играет просто отлично. Да, вообще, Alliance отыгрывает, блин, гениально, как по мне. Да, есть ошибки, да, есть какие-то фейлы, но... Но фейлы из-за того, что они слишком много пытаются сделать. Гениальности они понимают, больше. Что они... отстают, что им надо что-то придумать, они это придумывают, исполняют, но получается, естественно, не всегда, потому что исполнять приходится очень много разных вещей. С этими вот сплитпушами. Да. Рошан. Хорошо. Линку сбили Рошану. Ну и надо очень быстро месить Рошана ребятам из Cloud9, потому что сейчас опять подлетит вот эта разводящая брага. Там да. Уже Т1 Тауэр на топе запушил бульдог. Сейчас упадет. Висп уже здесь. Виспинятами бьет. Спалил. Видишь, что пол хп. Вает. Вает просто ждет, пока на него прыгнут. Так. Ну, наверное, отдадут альянсы. Отдадут. Боятся очень сильно. Фуриона нету. И не успеет просто альянс. Шторм отсюда уходит. Да, да, да. Дает хорошо. Решили рано еще. Бульдог лучше пропушит Т2 здесь. Да, бульдог пока пушит Т2. Знаю, что не в состоянии драться в узком проходе против такой гапши. А вот бульдог подраться против вышки может неплохо. Вниз уже надо лететь бульдогу, потому что... Ну, у него мана закончилась сейчас, на базу, скорее всего, надо на базу долететь. 5300 бульдог нафармил. Хекс надо купить. Эй, бульдог, ты что делаешь? Лол, бульдог. Ну, у него даггер, он должен оттуда уйти. Ой, ой, а, это был байт. Профессиональный байт. Брюмастер! Они дали сайленс. Да, и нет, уходить. А... И каждый сам за себя. Ну, шторм отсюда должен в теории улетать, да, но его висп... поднимают. Главное, чтобы висп ушел, потому что шторм-то уйдет. Ну, вот у Виспа будут, мне кажется, проблемы. Висп, надо на кого-то притянуться. Виспа заморозили, Висп погибает. Там тупаут сделал шторм. Одного Виспа потеряли. Там хроносферу потратил Войд, пытаясь забрать Аки. И заберет Аки. И заберет Аки, да. Да ладно. Еще нет, Аки ну... тут жил. Но в любом случае, Синсинг, кстати, годлайк, Синсинг. А тут Адмирал Бульдог говорит, мол, ребята, what does the Furion say? Пацаны, это жесть просто. Нету глифа. Оставайся, оставайся, Хенрик, там нет глифа. Куда ж ты бежишь? У них нет ТП, они на топ летели там, да, только там, что. Кстати, телепорты все в кулдауне, действительно, если что. Просто бей этот тавер, там бежит пешком ТХД на дефенс, а Т3 там падает дальше, остается 200 хп. Если бы остался здесь бульдог и сделал еще 4 тычки, здесь бы просто упало сейчас Т3. И были бы голые бараки. Вышка и так упадет, в том-то и прикол. Смотри, подсветочка от С4, видят Пайлайдая. Пайлайдай, если дать ему сайленс, можно Мияка его убить. Но... И уходит, смотри, смотри, смотри. Тепло, да? Очень осторожно. Так, ну на Синсинга можно, у него тоже ничего нету. О, да. О, это круто было. Врывается, ну, сайленс на Синга. Пайлайдая бить, Пайлайдая резать, Пайлайдая убили. Хорошо. Пайлайдая убили. И поймали Синга. БКБ отпаут, БКБ отпаут, хорошо. Да, все, окей, уходит Синсинг, норм. Почему Фурион не несет вниз, я не понимаю. Фурион пока занят верхом. А Фурион покупает таких хекс. Начинает, точнее, собирать он но бабки у него на хекс. У него уже есть бабки на сам да, хекс. По баблу он сейчас обгонит, просто выйдет на топ-1. А, Войд оторвался от лоды на косарик. Лода 1000 голды уже после Сенждеша. Вот он хекс. Шторм тем временем БКБ тоже собрал себе. БКБ также собрал себе Envy. И продолжается лютая дискотека у нас. Да. Ах, вот это, конечно, нереальная катка какая-то. Да, гениальный финал вообще, если честно. Да, финал действительно достойный финала. Вот 10 тысяч держится просто с 15 минуты, уже 35-е. Ну и через... И уже, в принципе, на эти 10 тысяч почти пофиг. Ну, еще не полностью, но вообще да, вообще но уже образно пофиг. Да, там пока что Тайхантер очень хорошо. То есть 10 тысяч это в руках вот саппортов. То есть, да, 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 там у саппортов очень много денег, прыгает Войд. О, это очень плохо сейчас. Хотя бульдог Хекс, форстап. И блинкаут. Ой, да ладно, его просто сейчас убьют. Энви, заморозили бульдога. Энви БКБ, купол. Будет бить бульдога, не добьет, не добьет, не добьет. Не хватит. Баши проходят. Жить. Ай-яй-яй-яй. С4 уходит. С4 уходит. Аки умрет, Аки умрет. Аки умрет, ЕГМ сейчас улетит отсюда на релокейте. Повелись на этот байт. Сейчас игроки команды Alliance. Да, Висп улетает. Был очень близок от того, чтобы выхилить бульдога. А бульдога нет байбека, 50 секунд. Это очень плохо, надо С4 отсюда выживать. Ой-ой-ой, как плохо сейчас все для Альянс. Как они сейчас все потеряли здесь. БКБ прожатый, С4 тоже погибает. Как много сейчас Альянс потеряли.
Да, всем силом спасали бульдога, и в итоге, возможно, на самом деле, стоило просто сразу уйти и все, и не драться с Войдом. Но это мы сейчас можем говорить. Тогда затея оказалась вроде неплохой, но Войд, бэктреки, мы все прекрасно знаем, что просто так этого Войда не убить. Нужно действительно огромное количество урона, и Хекс появляется у Синсинга. Вот это важно. Да. И мид-дефить. 20 секунд еще осталось до бульдога. Есть глиф, поэтому, в принципе, не проблема. И низ надо лететь кому-то там бить. Энви очень-очень много дэмэджа сейчас на тавер. Понятное дело, тут еще и ликвид фаер от ТХД. Тавер проседает. Войд прыгает, купол. Ай-яй-яй, ЕГМ вот зря отдался. Там глимп, правда, ЕГМ может быть даже... Ай, 1000 уже долетела в конце. Ну, там пак, в принципе, добивал. Да, вот он глиф. И 18 секунд еще не будет С4. Вот он ульт Фуриона. Фурион уже снизу несет Т3. Лода, тучка. Тучка. И не могут пока бить. Но вот бараки. Вот теперь голые бараки. Да, и у Тайда по-прежнему есть Ревидж. Синстинг тоже еще не тратил ульту. Вообще никто ничего не тратил. Фурион снизу очень боится. Очень боится Хенрик. Хотя, в принципе, мог бы остаться. Опять-таки, там здесь атака. Врывается Шторм. Тайдхантер утонул. А почему не засайленсили? Почему не засайленсили вот Тайда? Вот только-только сайленс. Вот только-только это я происходит. Я имею в виду, что Шторм не засайленсил. Лол. Ну, двоих продолбил Лода. Там Синг-Синг тоже сделал пару фрагов. И тут под вардом бегает. Войд БКБ сейчас закончится. У него БКБ вот она закончилась. Сейчас будет тучка, вот тучка, на тучка. Да. И вот нарезать, нарезать, так. Нарезать. Еще раз нарезать. Фурион, Хекс. Энви, но Энви дул Лода. Ну почему ты переключился с Энви? Я не знаю. Лода почему? Здесь очень тупанул. И баш, Лода в ветрах. Энви едва живой. У Энви по-прежнему Аегис, не забываем. Поэтому Энви тут можно даже не убивать. Но убили Энви. И Лоду тут поймали. Вместе с Испом их поймали. Но, правда, реген, конечно, есть еще весьма-весьма неплохой. Войд. Ай, как хорошо. И убивает ЕГМа. На краю он стоял и убивает Лоду. Лода. Нет, не видят. Тучка. Лода бежать. Да, Сайленс Лода на пака. Пак. Сейчас появится. Там курица. Пак. Блинкаут. Лода догонять не стал. В миде барак-то по-прежнему стоит. Фурион снизу сносит бараки. Фурион снизу сносит бараки. Тут Лоду сносят. Лода погибает. Лода погибает. Сразу да, же пошел байбек. Два байбека. Синсинга можно убить. Будут ловить Синсинга. Синсинг должен, по идее, не отпускать. Сейчас погибать. Не отпускать Синсинга. Там Шторм ворвался. Шторм цепляет нас Вайда тем временем. Шторм бьет Вайда. Синсинга или Вайда. Надо убить и одного, и второго. Вайда. Отпускает все-таки Вайда. Синсинг. Едва живой. Синсинг. Синсинг. Догорел. Минус. Наконец-то забирает. Где Войд? Где Войд? Войд тоже в таверне. Войд тоже в таверне. Бараки снизу голые. У обоих есть байбеки, поэтому нужно заставлять делать эти байбеки. До следующего рашана еще слишком долго. Итак, и Башер появляется. Хорошо. Не хорошо. Держит бабки на байбек, потому что у него все равно кулдаун. Прекрасно, мы это понимаем. Снизу Адмирал Бульдог. И 50 секунд, понятное дело, дойдут сейчас до барака, заставят выкупаться и Вайда, и Брюмастера. И уже здесь вся команда Альянс снизу. Нон-стоп экшен. Не останавливается просто игра. Так, нельзя останавливаться. Если дать Войду сейчас насобирать какой-нибудь там, не знаю, Дайдалус МКБ. МКБ, я думаю, Дайдалус какой-то Дайдалус МКБ. Просто, чтобы по тучке попадать по Лоде, то все. Лода на хосте. Тут Лода есть на... варды, вот стоит да, вард. Да, есть варды, обс, центрик. Вот он, Лода подходит. Лоду видят, прекрасно видят. Тайдхантер, Тайдхантер пока без ревейджа. Пока и... без ревейджа. Ну вот если получится в эти там 5-10 секунд его убить, Лода. Лода заходит, знает, что он здесь. Подняли ветра Лоду. Понимает сейчас, что к чему БКБ. Лода. Баш первого удара. Так, а, вытолкали по Вайда. Ну, очень почему хорошо. Дальше не зацепили? Два байбека, все, уйти. Два байбека и уйти. Ну вот так, тут сейчас поуходят, конечно. Тут да, Войд, и Бульдог, и ЕГМ. Да, тут, конечно, полный фейл от Альянсов. Да, немножко перестарались, конечно. Полнейший фейл. Втроем умерли на ровном месте. Причем Тайд Ревидж даже не потратил. У Бульдога есть байбек. То есть цель была развести на байбеке, и в итоге взяли и поумирали. ТХД и Войд. Так вот, и Лода видит их, но Лода нападать не хочет. Лоде надо кого-то одного очень отбившегося от стада найти. Но Синга в соло не убивает. Бульдог байбек. Синга начали бить. Разводит. Разводит да, на ультимейт. И прыжок. И не видит. Просто Вижна не нету, видит. Да. Ни у Синга, ни у Тайдхантера. А у Фуриона надо быть очень осторожным здесь. Там пак с гемом. Действительно, Фурион надо уходить. Блин, 10 секунд всего лишь. Точнее, целых 10 секунд на телепорте. Но зато есть обычный еще телепорт. Ну, Фурион мансует. Тут его пытается зажимать. Вот он, Фурион. И спрятался серьезно так далеко от всех. И улетает на топ. Но он пока еще никого не видел. Он знает, что они находятся где-то на нижней части карты, я имею в виду враги. И... Ну, выиграл время. В противоположную сторону, да, заставляет их за собой там гоняться. Но не будут гоняться, хорошо. Им снесут тир 2. Пока там еще у Т2 все хорошо со здоровьем. Шторм Спирит. 1500 голды тем временем. Здесь рядом он находится с Бульдогом. Если кто-то прилетит на Бульдога, Шторм будет здесь, как тут. На месте. Поможет он убивать.
Так, ну, в Аганим у нас выходит Дизраптор, типа ОК. Вот на Эш, так, кстати, Синсинт. Хорошая цель. Дизраптор Аганим, это, кстати, если получится. Если успеет, дособирает, да. Да, ну тут очень много денег надо. И его убивает, там, как я знаю, 12 фрагов сделали на Виспе и на Дизрапторе 10. Атака 1, 10. На Бульдога. Бульдога убивают. Да, это очень плохо. Не среагировал. И нет у него байбайка. Унесли. Унесли. Да, Висп подсейвил, там еще Дизраптор рядышком бежал. Ну и вот это вот очень повезло сейчас Бульдогу. На самом деле, ну, не среагировал. Я частенько наблюдал за какими-нибудь китайскими игроками, да, так вот они успевают обычно. Еще и уходит отсюда ЕГМ, лол! Он да, еще и ушел отсюда. Ну, вот тут Лоду видят, Лода гоняется по лесам, непонятно за кем, непонятно зачем, у него заканчивается БКБ, и Лода умирает. Вот это такое провалище. Вот это реально был провал. 90 минут, 90 секунд, да, 93 секунды без Лода. Просто это такой провал. Вот это реально провал. Здоровенный в то время, провал. Пока вся команда пытается как-то там сейвиться, Лода, конечно, вот так фиданул, это полный провал. Ну, и я не знаю, как сейчас надо выигрывать время Бульдога. Вот так вот. Да, вот так вот. Он на туп уже там бригаду свою отправил, пни, они там уже разбираются, на ботами сейчас нужно этим делом позаниматься. Ну, и вот теперь у него есть хотя бы вижен, он понимает, что Envy и Пайлодай уже находятся совсем-совсем близко, что нужно отсюда сваливать срочно. Еще минута до появления Рикимару, еще минута. Ну, в принципе, не успеют зайти никуда Cloud9. По деньгам там 14 тысяч, по XP уже 25. Но мы понимаем, что... О-о-о, тут поймали у нас Пака, нет, надо уходить. Надо уходить. Пак уйдет. И проблема огромная у Бульдога. С4 ушел. Бульдог, Хекс. Бульдог. И нет. И нет, ответный все. Хекс. И Висп не успеет. И Висп еще тут умрет. Да, все. Ну, тут Альянс проиграли. Тут Альянс, конечно же, проиграли. Да, посыпались немного Альянс. Все хорошо у них было, но слишком начали бедокурить. И разводы не привели ни к чему толковому. Ну, короче, переразвели, не знаю, то ли да. сами себя больше да, разводили. Да. Вот это именно то, что я хотел сказать. Ну что, Тайд на топе. Ульты наготовим у команды Cloud9. Ну и сносится вторая сторона, я так понимаю. 5 секунд до появления Лоды, минуты еще не будет Бульдога. Но у Бульдога там что с байбеком? У него нет, у него 2,5 минуты кулдаун. Ну, есть Лода, нет Виспа, нет Бульдога, драться нет смысла вообще что-либо делать. Нет, Шторм просто влетел. Байтит Шторм. Лода. Время выигрывают. Лода пытается убить Пака. Да, Пак Пака уходит. Надо убить. Ну, почти убивает Пака. Такой вообще он манчащий этот Пак. Есть, наконец-то, минус Пак. Сбивает ему стрик. Ну, слушай, но только там... один барак потеряли. Шторма. Ой-ой, Тайд, отличный форстап. И Ревейдж. Минус один. Ну все, тут уже без сил. И Бримастер Аке. Не хватает никак урона здесь. Ну и попахивает ГГшечкой. Ну, дерутся альянсы до конца, тут, правда, вряд ли получится как-то что-то еще отбиться. Ну, не хотят они сдаваться, всякое может произойти, нападают на Синга. По Сингу огромное количество миссов, вот там эти башеры, тут хп, тут все ничего не получается, бесполезно, да, тут в любом случае нужен КБ. Вот Байда, конечно, попроще бить. Да все равно там тоже миссы и глимсуют, но здесь Бримастер сразу же блинкаут, нападают на Брио. Окей, Брио пытался развалиться, сделать. Не получилось, но вот сейчас он должен рассыпаться на Бримастерят и разбираться там с разными виспами. Лода на Вайда, у Лоды 4-секундная БКБ, по-моему, уже, да. Надо быть очень осторожным. Снизу голые бараки, и Фурион почему-то их до сих пор не бьет. Но у него кулдаун на телепорте, вот, только-только появился, и ну, он типа летит, тайд. Там Тайд уже, да. И Фурион нападает на бараки. Фурион просто на пофиг, развел на глиф. Тайд, Ревейдж у него есть? Нет, нету Ревейджа, Фура. Ах, сбивает Дайгер. Там есть Хекс, если что. Ой, не-не-не-не-не. Вот теперь уже так просто не отмажешься. Да, на Бульдога нападают. Ну и кажется, Бульдог тут приплыл. Слишком да, Бульдог людей. Дерется до конца. Слишком нагло он сыграл. Висп его выхиливает всячески. Бульдог дерется дальше. Да ладно. Как они да ладно? Это сделали? Я не знаю. Я не знаю, как там жил так долго ЕГМ. Вот просто Висп 1100 хп. А барак-то упал. А барак упал. Вот он, Бульдог. Ой, блин. Этот Бульдог. Да, но две стороны целых нету Альянс. Причем именно две стороны нету. Не просто там один барак запушили с горем пополам. А без шансов развалили. Ну что же, Рикимару. Ничего нового, конечно, не появляется. И до Аганима еще очень долго Дизраптору. Висп
Меки, ну тут Профит тоже ничего нового. А что ж там еще новое может появиться-то? Куда ж тут еще чему-то новому появляться? Так, ну и где там наш Адмирал Бульдог? Адмирал Бульдог, вот он, залетает на Рошана, и Рошана начинает избивать. И на Рошана заходит. Ну, и вот это уже будет... кажется точно ГГ. Тин-тин прыгает, Бульдог простап, Лода, будет ли БКБ, Лода блик-то своего. Тайд ультанул в Бульдога, который на хайграунде. Да, Бульдог идет отсюда с блинка, Аки тут пока только поймали, остальные просто должны разбегаться, наверное. Ну, Тайда нет ульта, и знает об этом ребята из Альянс. Угу. Шторм. Шторм будет ли врываться? Вот он, Пак, видишь, Шторма, дает Сайленс, Шторм БКБ. Пак здесь стоит, Пак, дадут ли ему уйти, Войд прыгает, купал. Ах, поймали ЕГМа одного. Ну, только ЕГМа, это, в принципе, тоже неплохо. Шторм остался, хроносферы уже нет, и Рэвиджи нет, нету двух основных спылов. Правда, остался еще ульту Синг-Синга. Ну и Рошана бьют. Рошана бьют сейчас парни с Cloud9. И о, ничего да. не сделать здесь парням из... Шторм ныряет! И... Нет. И драка не очень. Драка не очень. Да, минус Шторм и минус Лода. Ну, там МКБ. Там Энви попадает по Лоде. И это и ГГ. Минус... Нет? Не пишут? Пока. Почему не пишут еще? Не знаю, потому что Бульдог там несет нижнюю линию, но... Ну, окей. Бульдог не снесет нижнюю линию. И сейчас... А понимаешь, в чем прикол? Петро. Вот что? В том-то и дело, что либо сейчас пойдут нести трон, и непонятно, чем это закончится. А нет. Нету байбеков вообще. Good game. 2-2. Вау. Вау. Все еще только начинается. Ребят, вы не идете спать. Ну и Cloud9, которые уже изрядно, конечно, замахались. Так долго играть, но когда так долго играешь, тебе еще больше хочется выиграть. Что, ну, как бы вот после такого достижения, это конечно, провтыкивать такую игру, это нереально. И сейчас все сотрудники Твича всплакнули просто. Почему? Пятая карта на автопати задерживается. Не, ну, сотрудники Твича как раз-таки уже на автопате бухают. Ну, я имею в виду, хорошо, сотрудники вот... Хардстоун бухает себе, и сотрудники, ты поверь, там уже хватает народу. Да, я слышал уже, у нас там кто-то поехал вроде. Так что такое... Не, ну, блин. Да, ну, по поводу Рикимару, что думаешь? Ну, Рики с Виспом — это хорошая идея. Ее неоднократно реализовывали уже ребята из Альянса. В принципе, заходил неплохо, но... Тут не пошло. Я просто на самом деле Фурион опять пытался вытащить игру не, ну... глубоко это, но тут. Но Рикимару не морта. А, ну да, вот проблема в том, что у Рикимару не залетают вот эти вот по 1500 рандомные, да. Даже если Фурион у нас пытается что-то сделать, то, к сожалению, не хватает этого немножечко. Отличная игра от Виспа была. Дисраптор подкачал, если честно. Дисраптор, ну, вообще, что был, что не было. Подкачал Eternal Envy. Он как... Как что? Не из мира сего, товарищ, просто да? на войде. Ну, блин. Да ладно, нормально катал. Что-то. Но мы сидели с Empire, да. вот с полным составом. Они говорят, Void это такой валенок. Не, ну, Void это... Я даже могу словами этого сказать. Словами Флая Envy такой Алан просто. Да. Но потом мы сошлись на мнении, что он в финале, а они не в финале. И... А, поэтому он должен завалить... Да, залебало. Лицо. Да. Это абсолютно верно. Ну, не знаю, прогнозы на пятую карту будут? Ну, альянсы добахают уже. Ну, я просто не могу представить себе, что альянсы возьму сейчас и проиграют. Но это impossible. Сейчас будет что-то на уровне Na'Vi против альянсов на International 3. Думаешь? Ну, это невероятный матч в плане или просто смотри, победа? Ситуация вообще идентичная. То есть, если мы берем там, ну, промежуток, альянсы выигрывают, проигрывают там одну карту ДК, и дальше выигрывают там 2-0 этих, 2-0 Na'Vi там, и отправляются в гранд-финал. Тут ситуация идентичная. Они проигрывают одну карту Empire, и потом там, и продолжают свое шествие, попадают, собственно, в гранд-финал. А ребята из Cloud9 снизу так... И сейчас будет какой-то там переворот. Ну, забанить Фуриона и проблему Альянс. Ну, как бы да. Ну, медведя, ну, возьмут медведя, не возьмут, не знаю. Ну, посмотрим. Что-то... Проходит мимо Синг-Синг и Eternal Envy. Оба, конечно, уже замаханные до беспредела. А, но
им еще предстоит сыграть одну игру. А нам еще предстоит одну игру посмотреть. Я понимаю, что уже начало третьего в Москве. Да. Но вы же привыкли. Саммит был недавно, International скоро. Ребят, спать мы сегодня не будем. А если и будем, то очень мало. Пятая карта. И уже однозначно последняя карта этого турнира. Начнется через 10 минут. Никуда не уходить.